лет. Театры, музеи и концертные залы временно закрыли двери для посетителей. Но это не повод скучать, ведь все учреждения подготовили насыщенную онлайн-программу. Это уникальный шанс попасть не только на мероприятия самарского уровня, но и увидеть международные культурные программы. Обо всем по порядку в нашем обзоре. Прямо сейчас. Поехали! В юношеской библиотеке с самарцами остаются на связи онлайн. Каждый вечер здесь различная программа в рамках проекта «Погружение в профессию». Кто будет следующим гостем, узнаете в 7 вечера. Художественный музей продолжает знакомить со своим уникальным фондом онлайн. Каждый день виртуальные экскурсии по коллекциям Золотого фонда в официальных группах музея в социальных сетях. Прямые эфиры выходят студенты и преподаватели СГИК. Они подготовили цикл лекций и концертов, которые будут доступны для всех. В онлайн выйдут искусствоведы, музыканты, актеры, режиссеры, хореографы и не только. Зрителям предлагают не просто получить удовольствие от просмотра, а серьезно внутренне поработать с профессионалами. При этом в теплой домашней обстановке. Уже сегодня в 8 вечера концерт-лекция «Франц Лист. Пролог к истории Фауста». Трансляции в официальных группах вузов в социальных сетях. Не остается в стороне и наш телеканал. Премьера трансляции уже на этих выходных. 29 марта в 15:25 смотрите новый спектакль театра «Грань» «Постскриптум». Актеры сыграют людей, находящихся между двух миров – жизни и смерти. Главные герои оказываются запертыми в одной комнате распределителя. У каждого своя судьба, свой грех и свое оправдание. Чем закончится эта судьбоносная встреча, не пропустите. Только на «Самара ГИС». Сегодня в День театра Самарский академический театр оперы и балета в официальных группах в социальных сетях запустит трансляцию спектакля «Коппелия» из Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Эта история – один из самых популярных балетов в мире. Делится своими операми из архивов и знаменитая «Метрополитен» в Нью-Йорке. Каждый день новая история на сцене. Ее можно увидеть по онлайн-трансляции, которые будут доступны на официальном сайте весь день. На этом все. Всего вам доброго. До встречи.